Добрый вечер, меня зовут Денис Подшиваленко. Я представляю вам сервис интеллектуальной оценки. В отличие от ребят, которые в предыдущем проекте ищут товары, мы ищем и находим экспертов. Представьте на секунду, что вы банк или даже центральный банк, и буквально на днях у вас появился новый актив в виде очень крупного банка, страховой компании и еще тысячи объектов недвижимости во всех регионах России. Чтобы проверить, есть ли они на самом деле и сколько они стоят, вам потребуется собрать достаточно большую команду. Сначала из оценщиков, потом оценщики будут искать в регионах подрядчиков, а те еще людей на местах. Результат получается очень дорогой, больше 10 миллионов, и трудноуправляемый. Можно ли сделать по-другому? Именно для этого мы создали наш проект в оценке.ру, который в 5 раз быстрее и в 2 раза дешевле решает эти проблемы. За счет устранения посредников и автоматизации процесса. Наш сервис работает по принципу биржи, где оценщики могут найти дополнительный доход, не выходя из своего дома, а заказчики в лице оценочных компаний и прямых собственников могут сократить расходы на оценку, а также получить контроль качества и стоимости. На нашей весь рынок оценки на текущий момент в секторе B2B оценивается больше, чем в 6 миллиардов рублей. Это совокупная выручка 100 крупнейших компаний за прошлый год. На текущий момент мы сконцентрировались на секторе между оценщиками и оценочными компаниями. Только 10% от этого рынка уже в следующем году позволит нам достичь выручки около 200 миллионов рублей. А когда мы выйдем на прямых заказчиков, то еще в 3 раза увеличим наш рынок. Как мы работаем? На текущий момент у нас две модели работы. Работая с небольшими заказами и непосредственно с оценщиками, мы получаем комиссию от проектов до 20 тысяч рублей. Работая с оценочными компаниями и прямыми заказчиками, наш доход превышает 30-40% чистой прибыли. В будущем, после автоматизации, мы планируем еще увеличить эти показатели. За время акселерации нам удалось подтвердить все показатели, вырасти в 5 раз. Наша выручка с 200 тысяч рублей в месяц выросла больше, чем в миллионе в августе. И мы такими же темпами движемся к декабрю. В нашей воронке продаж уже на 4 миллиона еще заказов. И не останавливаясь, будем продолжать наш рост. За счет как раз концентрации на рынке B2B, за счет привлечения партнеров, увеличения среднего чека, который сейчас у нас порядка 30 тысяч, и за счет, безусловно, автоматизации оценки мы хотим достичь к 2019 году 350 миллионов рублей чистой выручки. Для этого у нас есть все практически. Команда. Я больше 15 лет в оценке. Создавал IT-стартапы в Германии и в США. Знаю практически половину всех оценщиков России лично. Мой партнер Евгений Исаев управляет социальной сетью оценщиков, гуру в прямых продажах. И наш IT-глава может работать с большими командами программистов больше 100 человек. Что нам не хватает? Немножко инвестиций, 12 миллионов рублей, для того, чтобы продолжить автоматизацию и повысить нашу рентабельность еще в 2 раза и достичь уже к 2019 году прибыли в 100 миллионов рублей. Мой телефон на экранах, сфотографируйте, отправьте смс со своим именем, и мы сможем пообщаться. Спасибо всем.